Привет, господа и дамы. Ферма наконец собрана. Вставил 4 карточки 3070 Ti, новые, и одну старую 2080 Super. Она самая шумная и самая горячая. Также столкнулся с некоторыми проблемами с блоком питания. У меня был старый блок питания на 1 кВт. Там два хвоста на одну карточку уже встроенных и 4 PCI-экспрессных разъема дополнительных. Так вот, если вставлять один раздвоенный вот такой вот хвост в один разъем блока питания, почему-то карточка не стартует. С одним раздвоенным хвостом блок питания даже уходил в защиту. Если вставлять два отдельных хвоста от блока питания, типа вот таких отдельных, то тогда все работало. Вообще очень странно. В итоге я перепробовал разные комбинации хвостов, проводов. С тем блоком питания мне ничего запустить не удалось, хотя странно, да? Я купил новый блок питания, и теперь проблем вообще никаких нет. Ну, на самом деле у меня тут два блока питания. Один две карточки питает, и один три карточки питает. Wi-Fi-ный модуль стоит. Решил не заморачиваться с протяжкой проводов. Работает отлично вроде. Вставил и заработал сразу. Установил туда HiveOS. Все отлично, все супер. Первый раз пользуюсь. Материнка S-роковская вот эта вот с полноценными разъемами. Думал, что все карты поставлю во все разъемы, но когда начал, понял, что слишком мало расстояния. И пришлось поставить вот так вот. Но на самом деле... Три карточки в разъемы и два райзера. Все отлично встало. Старый каркас от фермы у меня валялся 2 года примерно. И по размерам все вошло нормально. Даже можно еще одну карточку докинуть в свободный разъем.